Пинай его, пинай. Ну что ты его сразу? Штраф. Кто руками пинает, штраф дает. Пинай ногами, ногами. Куда ты пошел от меня? Давай, пинай ногами, ногами. Пинай мячик. Как ты пинал только что? Давай, 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 пинай. О, молодец. Дима пинать ногами научился. Всем привет. С вами канал Артмания. Давай, давай, давай. Ой, молодец. Эй. Ну, пинай его. Куда ты его понес-то? Куда ты его понес? Пинай. Пинай. Что ты делаешь? Ты на меня поползешь, что ли? Ой, ой, как интересно. Тогда батюшки. На мячике. Да. Да, на мячике. Скажи, так интересно? Здесь коттедж знакомый такой. Хороший коттедж. Так все ухожено. Он работал в администрации. Все так звали, не дозвели. Тоже так покрасили, смотри, красиво. Вот, теперь мотоциклист. Наш. А. Наш Филипп в самом дальнем ученике. С желтеньким этим возьмешь. С левой стороны в самом. А, и у тебя это? Чего? Сидя ногами, только дорогу прихватили до светофора. Да. Обычно уж на таких трассах он перебежал. Да, не надо ее больше вставлять там. Так, что я привезла с дачи? Мы приехали домой, малинка, листья салата, яблоки я буду сушить, это для чая. Так, мята, это, не знаю, буду ли я сушить, скорее всего, нет, Дима. Ну, как же, Дима обязательно тоже привезла с дачи, да. Дима уже тянется до всего, достает.
Да, ха-ха, как весело. Не мешай мне. Так, черная смородина вот тут у меня. Так, сфокусировалась. А, кирга, по-моему, это так называется. Кирга. Ягодка. Очень вкусная, кстати. Она сочная и вкусная. Тут соседи мы набрали. Так, мята, не знаю, буду сушить или нет. Я уже сушила, в принципе. Это для мохито. Мохито, по-моему, называется. Елабуги мы пробовали. Вот. Здесь у меня базилик. Базилик я его буду сушить. И листья. Не салат, а вот. То есть какие-то листья, не помню. Типа салата для салатика. Вот, тут у меня листья черной смородины. Я буду часть половины сушить, половину на чай мне. Вот, листочки, молоденькие листочки клубники. Или земляника, или клубника, не знаю, что такое. Вот. Росли вместе с корнями, вырвал, потому что они были не нужны. И чуть-чуть цветочков календулы. Их я хочу попробовать добавить просто в чай. Интересно, будет вкусно или нет. Ну, и яблочки я буду сушить, да. Вот все, что я привезла. Ну, помидоры это еще покупные пока. Вот, и все, пока уже начинаем возить потихоньку. А, сдачи всякие. Вот чашки вот такие вот нужно купить. Нормальные чашки я до этого уже покупала. С крышками, но мои крышки свекровь выкинула.